Какая-то странная надпись. Охренеть. Это ж, это пиздец. Это шпион. А вот это сломать можно? Нет, нельзя. Всем привет. Это Кактус и Крон, и мы продолжаем играться в игрушку по названием Day and Clyde The Following. В прошлой серии мы пытались найти вход в дом Адама, и оказывается, знаешь, где он? Вот помнишь, да, вот это мы все открыли, и коробки тут ломали. Вот он, блядь, внизу, смотри, сука. Это пи... О. Мы тут все, тут каждую уже дырочку, а я вот вниз не смотрели, прикинь. А ни хера. Или хера. Взлом трудно. Это хера, это мы туда попали-то? Ой, а это что не открывается? Так что тут повнимательнее надо. Тут игра такая коварная, сука. Ну давай, ты чё? Ой-ой-ой, сейчас рванет! На, открывай сам. Давай. Я нашумел. Слышь? Открывай ящик. Давай, сейчас там просто горело. Так, а где? Слева или справа крутится? Я не нашел, где крутится. Там зашипело, я бежал. Готово. Что Смотри там? наверху, сколько. Ух, топорик. Ух ты, классный топорик. 700. У меня топорик 700. Надо, Бухло. короче, повыкладывать, блин, половину оружия мне ненужного. Так, а у меня есть вообще какое-нибудь дробящее оружие? А ты что, хочешь дробящим долбить? Ну да. Не круто же. Мне больше нравится черепа срезать, чем их раскрашивать. Раскраевывать. У вас есть не использую. Ай, блин, я до сих пор не вкачал. 6. Силовой кабель. Смотри, тут как много-то. И там наверху, наверху, наверху. Он смотри, там просто муравейник. Блять. Видишь? Нет. Наверху. На мини-карту посмотри. Так, а как вот это взять? Оп, спиздил, смотри. Не утаишь, блин, от кактуса ничего. Я такой, что заберу любой алкоголь и везде. Опа. Ух, ни хрена. Тоннельчики ты ебану вож. Слышь? Где? Все, что смог выкинуть, так это один пистолетик. Надо вообще это огнестрел. Ого-го! Ты чё встал-то? Иди сюда. Так, нормально. И это не открывается. Там зомбарь в дырке. Открыль. Акриль. 500. Нахер. Орут, орут там ублюдки. Кстати, вот эти лампы прям как в этом. В Сабнатике, прикинь. Мощный нож. Какой мощный нож? Вес у него единственное, что лучше. Изучить. Любезный вор, мы не знакомы. Но знай, я счастлив, что ты нашел мое письмо. Я знаю, зачем ты здесь, из-за моего оружия, так? Дело всегда в нем. Понимаю, я не могу забрать драгоценную коллекцию с собой на тот свет. Но мне стыдно оставлять ее просто так. Бери, мол, кто хочет. И я кое-что придумал. Мало кто в детстве не играл в кладоискателей. Так, чтобы найти сокровище, что-то сперва должно его спрятать. Кто-то. Так что поиграем. Я оставил здесь несколько подсказок. Развлекайся. Вот же ж, блин. А чё у меня все серое стало? У меня тоже. Вот сейчас все нормально стало. А вот сейчас опять все серое.
К двери подходишь и серый. Че, открыть можно дверь? Да, взломаю сейчас. Там, там зомбак прям тусуется за дверью. О, статуя. У статуи нету хуя. Есть. Где? У этой нету, это же этот. Этот раб. Энджел. О, 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 приз, смотри. Так, вот это загадка. Нет, это Каутион. Так, надо вот эту дверь... Смотри, а? Вон картина, вот с маяком. Может, он под маяком и зарыл? Картина с маяком, картина с деревом, если что, запомнил. Может быть, да. У меня идентичная память. Вот это я сейчас сороканул конкретно. Дефай. Я в тазиках копаюсь. Ух ты, да у него тут винный погребок. Нашел. Петь. Готово. Не, на самом деле тут замки быстро вскрываются. Самое главное понять, где, в какую сторону его вскрывать надо. Смазка. Ну и чё? Значит, все, как на этом квест закончился? Надо идти к маяку? Найдите вход в дом. Нет, еще надо дальше. Может, вот в этих фазах? Нету? Не. А в тебе? Где тоже нету. Во, найдите в дом нормально. Да. Какого хрена у меня черно-белое все? Не говори, мне тоже это бесит. Так, открывать не будем. Пока никакие двери не открываем наружу. И ты это, повнимательнее, там вверх-вниз смотри. Вверх. Ёба, это тоже пока... О, блядь, смотри, пролезла! Просочилась? Ага. Не страшно. Сука. Вот еще какие-то картины. Вон горы какие-то показаны. Там пещера, что ли? Ни хера не разберешь. Еще выше, пойдем еще выше. Я полез. Стой, 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 стой. Смотри, у него весь дом в картинах. И он без окон, без дверей. Бля, я застрял в коробке. Вот еще одна записка. Фух, я вылез. Все, спасибо, кошки. Опа. Че тут? Изучить. А семья выехала на пикник, но вместо радостной случилась беда. Как выяснилось, на маленьком каменистом островке гнездились крупные вершершни. А сынишка, отдыхающий, потревожил опасных насекомых, просто отошел от лагеря, чтобы облегчиться. Мальчик умер от анафилактического шока. И чё? И какая же это нахуй подсказка-то? Вот еще одна на столе. Нам сказали, как он... Во! Экскурсия на маяк проводится с предварительной записи с понедельника по пятницу. С 9... Съемки запрещены. Кто? Краску нашел. Прикинь, какую-то... Вот иди вот сюда вот. Где ты? Момент, где? Вот, вот здесь вот краска. Вот здесь вот. За креслом. Да? И ща, подожди, у меня неиспользованные очки, меня это уже заебало. Одно очко, уровень ловкости. Жестокий захват. Нифига себе, удар, о, смотри, оружие. Во, давай удар в прыжке. Смотри, да. У него есть меч, топор, катана, топор, еще двуручный. И какой-то сабель. Во! Так, бегите, парни, бегите, да только сбежать не выйдет. Вашего прошлого призрак... Вашего прошлого призрак везде вас увидит. А нашли колодец желаний, спрятан, искать не надо. Темен, как зимняя полночь, глубок только жерло ада. А, ну вот я в колодце, наверное, и был. Я там нашел этот... пистолет. Да, немецкий пистолет. Ну, и чё? Ну, значит, там мы оружие нашли. Так, на 6 футов под землю
Ночью его зарыли. Ночью глухой и темной, глубокой яму копали. А что в него отобрали, то сохранили едва ли. Да, я буду читать. Подожди, пока не подходи, а то ты читаешь, и у меня это... На кладбище надо. Как ни старайся, вспомнить название этого чертового острова не выходит. Местные называют его просто Каменный остров. Будто иначе и не надо. Ладно, будет остров Каменистый, и дело с концом. Как же я люблю нечетности, нечетности. Ну, а что он тебе сказал? Ничего не сказал? Нет, это я другой читал. На утро они проснулись. На запад идти хотели, но возле речного русла невиданное разглядели. Холм из реки воздвигался, воды холмом разделились. И мертвой девочке сердце громко в пещере билось. Да я, в принципе, и по картинам там внизу догадался. Новая запись в журнале «Азарт. Каменистое русло». Тут на рынке продают мать от геморроя. Где? Nope, this won't get me anywhere. Блин, а читать значит полезно. Надо тут каждую записочку читать. Он новые места какие-то находит. Новые места ставит. А, да? А он поставил на карте эти места? Не знаю. Мап. Колодец не поставил. Нет, найдите, найдите в доме подсказки. Мы еще, наверное, не все поставили. Маяк тоже. Кладбище никакой не нарисовал. Нет, почему? Вон, смотри, найдите вход в особняк. Вон. А, это не то, это уже другая, да, миссия? Неизученное сейчас место. Найдите в доме подсказки. Ну, блин, вот, значит, значит, мы не до конца. Может, мне тоже надо почитать? Конечно, почитай. Okay, so I need a place to watch the sea from way up high. Вот, маяк. The lighthouse? Короче, самое близкое сейчас к нам маяк. Пошли дверь открывать. Так, сейчас, а ты точно все записки почитал? Да, вот еще этаж выше. Блин, да у него такой некислый домик-то, смотри. Вот еще. Вот записка с маяком. Как бы мне это не было отвратительно, но, возможно, придется проникнуть в какой-нибудь склеп на кладбище и эксгумировать пару тел. Учитывая здешнюю ситуацию, я не знаю, получится ли. Особенно если вспомнить, что творится по ночам. А не придумать ли отвлекающий маневр? А нахрена ночью на кладбище, что ли, надо засунуться? Да иди ты нахуй. Вот на постели еще валяется. Вот, нашел еще одно упоминание о маяке. Из того, что удалось разобрать, он был возведен в 47-м году. Но разрушен во время шторма в 465-м, 62-м. А затем построен заново. Интересно, сохранилось ли что-то от старого маяка? Пустой интерес, ведь у меня нет необходимого для раскопок оборудования. Во, новая запись в журнале «Азарт. Вид на море». Тебе написала в запись журнал? Да, да, я уже поставил. Во, найдите потайную пещеру под маяком. Вот, смотри, записульки еще, вот. Сейчас потом подожди, вон почитаем, в столе. Почитаем. О, тут рецепт. Изучите, это... уважаемые дамы и господа. Вынужден вам сообщить, что газовая магистраль, ведущая от вас к моему дому, была повреждена. Я ни в коем мере не ответственен за то, что насколько газа утекло в атмосферу. И не разбираюсь оплачивать ваш идиотский счет. Прошу простить мою грубость, но извольте пойти в задницу. С уважением. Какой-то там... Пустую. Изучи, тут как в кабаке. Человек, думаю, родственник того Тома, согласился помочь мне с исследованием на кладбище. Не задержав его согласиться, разумеется, пришлось расколошилиться на... Я глупо херачил. О, чертеж еще какой-то. Липкий клинок. Азарт, 6 футов под землей. Вон он просто разные эти теперь дает. Вот еще. И снова упоминание о том, что колодец желаний. Ну-ка, отойди. А я не могу ее. Я ее только что прочитал. 22 градуса. Бля, мне бы так сейчас. То я мерзну, сука. Местные называют эту пещеру колодцем желания. Назвать еще более бессмысленно, чем каменистый остров. Но пола... О, расцвело, смотри, в глазах. Вот связано с тамошней игрой монстра, будет когда-то вводиться загадочное желание бросить туда статую благословения.
Фу, что я прочитал, блядь? Не отвлекай меня. Ладно. Что у нас там, карта? О, да, смотри, пометилось. Колодец теперь пометился. Следуйте подсказке. А где ж кладбище-то? И что, все, что ли? А, просто на колодец, маяк отслеживаем, да? Поэтому он показан. Давай, ставь что-нибудь, которое поближе. Можешь? Вот, маяк. Ну, пошли. Пошли, сейчас поплывем на остров. А мы проплыть-то сможем? Выше нельзя? Выше нельзя. Это больше не считается. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью. Абсолютно весь. Рам-барам-бам-бам. Дрин-дим-дим. Так где выход-то? А, вообще вниз надо, в подвал. Слышь, иди. Зачем вниз в подвал? А как ты выйдешь-то? Вот тут же двери есть где-то на втором этаже. Не на втором, вот он. Вот, в подвале. Да. Это ж не подвал. Ёба. Вечереет. Вечереет. Пойдем? Да-да-да. Чё? Ты а что делал? Ты как его убил-то? Это ты его убил. Нет, я не трогал его. Пошли. Ты на него сел только что и зарезал. Бля, куда ночь. Куда щеманул-то? Вот, вот он я. Вон я уже на маяк щемлю. Давай, тогда так побежим, чё. Я хотел попаркурить, чтобы так чисто четко было все. Так, я какой-то скилл выучил, а какой? Чё-то какой-то супер захват, по-моему. Я выучил стунить их, когда я их перепрыгиваю на 5 секунд. Ты это, H нажми. Х нажми. Это что за крики были? Не знаю, но мне не понравилось. Во, майор, отпидоратель этого две ноги. Уху-ху. Чего? Ночь наступила. Да круто. Вон он, смотри, идет. Ну и чего, убьем его сейчас, давай, смотри, да, иди сюда. Да, давай, я инфокрасник тогда ставлю. Буду ему в рожу светить, а ты его будешь пить. Вот и все. Ой-ой, у меня за это закромсал. Ты же меня риснуть сможешь? Быстренько. Я тебе сказал, аж нажми. Я нажал аж, я был полностью здоровый. 129 баксов, да нахрен мне это надо. Вон еще один идет. Опа, нихуя, у меня тоже закромсал. Давай, слышь, брат. 25 секунд у тебя на расправу. А он тебя сейчас тоже закромсает, да? Да, закромсает. И у меня 15 секунд осталось. Да, 20 меня точно сожрут. Все. Давай по ночам походим. Давай по ночам. Надо было просто его этим, и как у... стволами херачить, а не этим. Ага, чтобы помимо них еще там куча сбежала. Не, ну в принципе по ночам-то можно побегать. Там это экспаты нифигово, наверное, идет. Наверное. Удержите курс, чтобы узнать, где ваша машина. А, все равно ночь. Пошли. Маяк рядом. 400 метров. Не знаю. Ну пошли тогда вот так. Вон он. Мап. Ты маяка далеко. Да ладно, давай я вот просто ружье поставлю и его расхерачу. Давай, я тогда его засуну, а ты его будешь херачить. Ты где? Во, херач. Перезаряжаю. Все, сел, фонарик мой. Педалага. Нет. Блин, как больно бьют. Хуя, ничего, действительно, они пиздец, как больно бьют. Охренеть. Че, я возрождаюсь? Ну, а нет, полежим там до утра. Короче, щеманули до безопасной зоны. Да, давай, надо все-таки поспать.
Map. Да я тут. Мы туда в жизни не доберемся. До маяка? Ночью? Нет, до вот этого домика. Почему? Вон она. Да, вон она, видишь, синеньким светится. Ты уже слез, что ли? Нет, я еще тут. Может, потихоньку прокрадемся? Да ладно, да, вон он. Да, уже бежит. А вот, давай вот так. Вот здесь их нету. Сейчас мне тогда тоже кошку надо поставить. Опа, вот он. Как тут проходить-то? Давай вот здесь попробуем. Во, мы влипли-то, ёбаный бро. Может, нахер паркур врубим и до домов? Ёп, сейчас заметят. Вон там снизу еще какой-то здоровый. Давай, чесанули. Я чешу. Чеши. Ты куда делся? Чешу. Так, ну я тут херню я вижу. Так, а чё так вообще потемнело? Пиздец. Ай? Нет. Чего у тебя? Упал. Разбился? Да нет, живой. Да что ж ты делаешь-то? Ты зацепишься или нет? Опа. Ещё шторм начался, даже вообще заебись. Опа. Я боюсь молнии. О, я тут. Погоня отстала. Тут ты где? Очки ловкости 31. А ты где тут-то? Где? На маяке. Ну, не на маяке, а вот на этой. Этой. А там можно поспать-то? Где генератор? Нет, конечно. А, и можно. И заработать очки выживания. 3800. А как спускаться-то? А, во! На С. Фу. Чё, можно поспать? Да-да. Давай спим. Охренеть. Вот и утро. Исследователь. Ночной выживший. Смотри, 3800 просто за это. Так, а нам он в ту сторону, да? А в ту сторону мы не можем, да, спуститься ни по канату, ни почему, да? Нет канатов? А. Вот есть только канат. Ну, туда нам канат нахер не нужен. Давай, ладно, тогда кошку цепляемся. А кошка не работает. Да, вот по этому канату, ёпта. Ох, камаха. О, пойдем поможем. Чё он траптинг, ты хантинг, чё? Бежишь за мной, нет? Да-да-да, бегу. Надо просто посмотреть какую-нибудь убийственную фиговину. Может, есть какой-нибудь рецепт с ультрафиолетовым там мечом или... Ой, ух, нихера там их. Твою ж. А почему ты не зацепился-то? Так, а ну пошли отсюда. Кыш, кыш, кыш. Главное, хера их там. Всего три. А я думал, их тут много. Да какого хера-то?
Блять, наверх, а ну пиздец. Мне не хочет забираться к нему. Во. Награда 200 бачей всего-то. Мне какой-то этот. Ну ладно, зато мы этот получили. Кого? Опыт, это. Славу. Прошу, возьми этот, ты спас мою жизнь. О, вон там их много, смотри. Нет, там их немного, не будем их там бить, смотри, потому что там их много. Большой, блядь. Если залезть на машину и кинуть шумовую гранату, а я коктейль Молотова. Стой. Где коктейль Молотова? У меня нет коктейля Молотова. Куда ты подпёрся? Вон, там видишь этот? Видишь? Да, вижу. Вот я поэтому не хотел. Пойдем. У нас вон там фарм есть на этом, на другом месте. На каком? На поляне. А, рядом с фермой? Ага. А, кстати, вот эти вот штуки умеют этим, вот смотри, зомбаки по стогам сена вообще не лазят. А вот эти ночные ублюдки? Они лазят, ты чё? Они по крышам лазят. И паркурят наполовину. В смысле наполовину? То есть одной ногой он запаркурил, второй нет? Блях, вот это карты. Вот это они рисуют, а? Ты посмотри, нам туда и бежать, и бежать. И мы там не были ни разу. Мы там сейчас найдем какое-нибудь легендарное оружие. Замечена охотничья вышка. А, нахер ее. Вот, надо в этот зайти. Баллончик посмотреть. Машины под капотами, залезай. Для апгрейда наших машинок замечена охотничья вышка. Для наших машинок нужен этот. Вот этот ресурс, который там под капотами. Эти не встанут? Не, не встают. Блин, тут есть и зомбаков, то убрать довольно-таки красиво. Да и? Полиса. Местность такая. Так, аэрозоль и кофе. Нихера, там болты под капотами. Ну, болты нужны очень, а в основном у меня там синие ресы под капотами. У меня сплошь болты. Да ладно, смазки нету? Не, болты. Так, а если вот отсюда сделать прыжок веры? Нахуй. Так это с моста тогда надо. Прям с самого маяка. Пойдем, чуть-чуть осталось. Да, вот с моста, смотри. Там лодки какие-то. Давай, я потому что хочу успеть в эту серию уложиться, да это. Очень трудно. Охраняй. А то я даже найти не могу. Нашел. Ну ладно, пойду пока их вырублю тут. Да что такое-то? Нашел уже. Чайки кричат. Готово, открыл. О! Нихуя себе! Замечательный средневековый длинный меч, блядь, 776 уже так лупит. Смотри. А у меня ножовка, как вот это вот. Я могу английский меч создать. Да. Где это он? Смотри. Во. Ну, вот я таким махал. Ангельским мечом, да? Ну, понятно. Только я его проапгрейдил на этот. На огонь и на электричество. Так, а никак, может, вот тут срежем? Или по дороге?
О, мои ножки. Поломались мои ножки. Ты чё, блин, дурень? Вот ты ду! Слышь, Валентин, рисни меня. Давай, быстрей, 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 быстрей. А ты где? Назад, назад, я на дороге валяюсь. Ты все-таки пытаешься все туда запрыгнуть? Я пробовал, да, и он у меня какую-то вообще хуету полную делал. Он меня от горы оттолкнулся и полетел, я думал, вообще туда вниз слетит нахер. Дебило, кусок, он что за хрень делал? Я, короче, он на тот парапетик прыгнул, он, смотри. И пытался он туда выше залезть. Он меня там хлобысь, 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 потом вот на этот главный, вот этот правый парапет, и я от него оттолкнулся и полетел он туда вообще вниз, блядь. Да, пидарас. Зачем ты прыгаешь? Давай по кругу зайдем. Да я хотел срезать. Вот, вот здесь можно, наверное, срезать, смотри. Я, короче, пошел по кругу. Если ты там помрешь, я уже не успею до тебя добежать. Во, я забрался. Тут стоит белый седан. Болтики. Мука, смотри. А, домашние припасы. Мука. Это кокаина! Безопасная зона разблокирована. Так это маяк, вся безопасная зона, что ли? Ну, прикольно, зато мы сейчас с него, прикинь, как будем портаться. Куда мы будем портаться? По веревочкам. О, машинку можно призвать. Значит, тут болванчик должен быть. Машинку я призвал. Надо еще посмотреть, что за краска. Так, это тайник игрока. Это неработающее радио. Поспать. Это ну, сральник. Все, пошли тогда. Че, нет болванчика? Не. Ща, погоди. Ну ты давай бегай и ищи, а я покрашу машину. Так что бегай, ищи-то. Там основная сюжетка пойдет. Где ты машину призвал? Я тоже хочу. А нету. Кого? А, это базовые краски. О, вот транспорт. Коллекционная краска. Вот это мы нашли. Так, турбины же нету, турбины нету. Двигатель тоже нету. Так, персонализация. Ха, ну круто, он ей крылья делает. Во, лимон. А ты как двери-то поставил вообще? М? А черт узнает. Никак. Потому что у меня нету крыльев на ней. О, не крыльев, ничего. Это я усиленный корпус, наверное, ей прокачал ей усиленный корпус. А как ты прокачал ей усиленный корпус? Ну как, уровень вождения. Бля, мне тоже водить надо. Вон, смотри, я ее покрасил. У нее, видишь, вон крылья появились. А у меня нихера не появилось. Бля, у тебя натуре, смотри. А что ты ее в синий? Покрасил в лимон. Не, лимон не круто. И колеса, видишь, у меня какие. Ну что ты, болванчик, у меня есть амулет, смотри. Где мой амулет? Вон, вон висит амулет, видишь? Да. На стоечке. Вот, вот здесь вот. Да-да, вижу. И смотри, у меня, видишь, эти как его? А, пружины красные. Видишь, да? Угу. Бля, надо мне тоже, короче, водить машину. Ладно, пойдем на этот. А у тебя катафалка такая. Да вообще пиздец, она у меня разобранная. Слышь, а он не хочет. У меня скоро на броне мобиль будет, похоже. Вот, нужно много болтов. Ты говоришь, зачем? Так, открыть нельзя. Так, а нахера мы на маяк шли? А, нам тут надо найти тайный ход в этот. Найдите потайную пещеру под маяком, следуйте подсказкам. О, я тут ящик нашел секретный. Слушай, на маяк нельзя. Слышишь, да? Ага. Сейчас залезу. Иди, я открыл. Тут валяется, тут валяется.
гранатомет. Какой же по гранатомет? Так, а у меня переполнен инвентарь. Ух ты, нихуя себе! Так, ну-ка выкинуть что-нибудь. А, выкинуть, 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 выкинуть. Вот это нахер. Да, 500. Собрать. Вот, нахер разобрать. И полицейская винтовка бросить. Во. Нихуя и топорик нашел. Еще чертеж. СКГ-вина-тата. Чё? Чё за хуйня какой-то чертеж? О, дракон. Так, ну-ка. Бля, пиздец, 823. Смотри. Смотри, какой у меня топорик. Ща, момент. Но. Решил дерево порубить. Ой-ой-ой, я чуть не скачу. Оно не хочет, смотри. Ух ты, она, смотри, на нем нарисован. Да, дракончик. Да? Круто. А можно вообще на маяк залезть наверх? Нет? Где-то самолет летит. Ладно, в пизду его. Ладно, давай тогда на этом серию закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Да, смотри, груз упал. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик, ставьте пальцы вверх, комментируйте, рассказывайте друзьям, делитесь ссылками. До новых встреч. Пока-пока.